Сегодня отбылся рабочий визит вице-премьера Беларуси Юрия Назарова у Добруш. Мета – оценить ход подрыхтовчих работ перед запуском нового завода по вырабе кордону. У нараде приняли удел керавництва региона, генеральной и областной прокуратуры. Об ступени готовности нового предприемства доведалась и наша здымочная бригада. Стварение нового завода у Добруши стало сапраўдным выпрабаваннем. Вельми шмат подводных камянёв оказалось на шляху организации будаўнічых работ, вырашэння шматликих финансовых пытанняў. Але настрой у куратора у великой будовли оптимистичны. Специалисты пераконваюць, аудит будет завершены у конце мая. У центра пильной уваги делегации – кордонаробчая машина, сердце будущего предприемства. На сегодня ступень ее готовности – 60%. Сучасная эпидемиологичная ситуация примусила австрийскую компанию «Андриц» спынить работы над машиной. Тем не меньше ситуация под контролем. Одну негативную роль сказала вот эта коронавирусная инфекция, потому что мы на месяц практически потеряли темпы работы с «Андрицем». Но самое главное, что сегодня по результатам обследования специалистами «Андрица» бумагоделательной машины, они не видят больших проблем, требующих больших каких-то финансовых вливаний и временных факторов для того, чтобы ее доработать. На нараде после наведывания основных объектов так само обмерковали правовый статус маемости былого генподрядчика на территории будущего завода. Генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк доручил разобраться у этом пытанне мясцовым коллегам. И он отзначил, что керавники будовли заусёды могут спадзяваться на подтрымку улады. Бюрократия не может стать перешкодой для своечасового запуску предприемства. Юрий Назаров оценил темпы работ как примальные. Чакается, что все основные объекты завода будут запущены в эксплуатацию до конца года. Сегодня идет работа в плане с энергетиками, с общестроительными работами и с участком подготовки, с водозабора и водоподготовки. Поэтому я вижу, что в принципе сегодня мы идем хорошими темпами. Понятно, какое-то время ушло на раскачку, но в принципе все под контролем. Напроконцы нарады Юрий Назаров пропоновал проводить подобные встречи что месяц. Новое предприемство все ближе и ближе до своего старту, але расслабляться нельга ни у яким разе. Миколай Скинтиян, Игорь Марышенко, телерадио компания Гомель.